Ребята, всем, в общем, привет большой. Поставьте лайк и подпишитесь. Сегодня мы с вами соберем для нас в комнату нашу, конечно же, одежду и всякие нужные вещи. Так, сначала посмотрю, что это. Нет, спасибо, я лучше в своем туда буду. Ух ты, это пижамка, что ли? Ну, ее, я думаю, возьму. Потому что я маме делаю сюрприз. Ну, это тоже, думаю, возьму. Так, возьму телефон. Очень полезная вещь. Прокладки, думаю, будут не нужны. Так, конечно. Эту милашку. Так, давайте посмотрим коробочку пустую. О, пижамка еще одна. Вот там еще одна пижамка. Тут еще какая-то майка. Но она нам не пригодится. О, набормасочек. Как же мы могли при нем забыть? Так, вон там уже самое нужное. Так, вот такой. Думаю, это нам тоже пригодится. Давайте еще маленькие подарки спакуем. Так будет, думаю, легче нести все домой. Так, дальше. Ой. Ух ты! Чайный наборчик. Ух ты, еще собачка. Еще собачка. И еще одна собачка. Ух ты, много собачек. А, смотрите, как много их уже.